Девочки, 14 апреля, 5 утра. Я еще не собираюсь ложиться спать. Вот открыла окно проветрить на 2 минутки. Вы посмотрите, что там творится. У нас зима. Смотрите, какая красота. Какая прелесть. 14 апреля. Даже надо шатровиться. Сугробы. Все бело. С ума сойти вообще. Очень красиво. Просто обалденное утро. Такой свежий морозный воздух. Прям хочется стоять и стоять. Даже хочется на улицу выйти. Посмотрите, какая прелесть. Я прям настежь окно открыла, видите? Открыла настежь, убрала сетку. Ой. Ну что же завтра будет? Только чистый асфальт высохло. Да, как говорится, каждая погода благодать. Надо радоваться каждому дню жизни. Проснулся и сказать: слава тебе, Господи, что я встал. Так что вот, девочки, такая у нас весна. Ну все, всем спокойной ночи. Пошла я ложиться, все-таки уже 5:30.